где-то 10-е. Нам главное из лаз. Придумали стену. Тонкую сделали. О, гуманитарка с Украины. Тормозы эти. Ну да. А здесь-то что они делают? Может, у них базы где-то, может, загрузится где-то здесь. Не знаю. Как раз советскую базу КамАЗа уже тут дают. Странно, да. Уже такие не белые, да? Уже грязные. Тоже государство денег отмыло, да? КамАЗы же там купить эти все было, как я понимаю. И завод маленько поддержали. Наверное, это лизинги, фигизинги, но все равно. Заправщик сзади едет. Удобно, да? Посмотри, такая маленькая партия это поехала. У них же 200, по-моему, что-то ехали. 300, говорили. Что, будем заезжать смотреть Арматы в Александре? Где? Ну, вот на Оптимистическую, Московский район. Я переживаю не за длинный, ладно, там, говорит, от 6 до 8, хрен с ним, будет там 4,5, 5,5, ну, какие-то прутки. Я больше переживаю, что ее по весу не посчитать. Если 6-метровые прутки, их можно сосчитать, действительно, по весу, да? Померил, посчитал их, все. А как вот эти, блин? Перекладывать. Каждую перемерять. Ну, понятно, там взял по самой мелкой, померил, посчитал штуки, да, остальное там как бы на глаз, наверное.